Этот клуб уже и не мечтает, причем давно. Ой, сейчас бы вообще до вылета не скатиться. Ховар. Тут может что-то получиться. Опасно! Матюди. Пирло. Ибрагимович. Аут. Ховард. Агуэр. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Пересек мяч боковую линию. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Пока неплохо. Гамши. Левандовский. Ховард. Потерял он мяч, но кому он достанется? Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Мяч ушел в аут. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Левандовский. Агуэр. Кислин. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Ибрагимович. Попытка обострить игру. Джака. Катает мяч перед чужой. Он бьет. Вратарь! Вот это сейв! Игра остановлена. Будет угловой. Джака! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Отличный кросс! Де Росси! Такой важный гол, благодаря ему они сумели выйти вперед. Какая атака, а? Какой гол! Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. А казалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Кислин. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Надо сравнивать! Забивай! Относительно легкий мяч для вратаря. Мабуба. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Может получиться интересная атака. Удар поворотом. Можно бить.
Да, бывают промахи в игре, но бывают и моменты, когда мазать – это просто настоящее преступление. Мог ничейным счет стать. Не мог даже, а должен был. Это может быть опасная атака. Атака продолжается, судья дает играть. Есть хороший адрес для передачи. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. И пас обратно. Скучновато. Лапорт. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ба! Чуть выше перекладин. Могло бы получиться, но «бы» не считается. С углового мяч будет введен в игру. Так и должен играть вратарь при угловом. Аут. Левандовский. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отлично сыграно. Надо решать. Футбол быстрая игра, только что они... Это штрафной. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Тут может что-то получиться. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Судья решил добавить 3 минуты. Матюди. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пока неплохо. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Судья дает свисток к началу второго тайма. На сигнал иду на парк. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Джака. Ба. Пирло. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И есть поддержка у этой атаки. Навес не прошел. На пути мяча встал защитник. Азар. Терри. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Жак. Это может быть опасно.
Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Кова! Гол-гол-гол! Они сравнивают счет! Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат — гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Снова равенство на табло 1-1. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Азар. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Мяч выбит. Угадайте, кем называется? Гамшик. Это может быть опасная атака. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Неплохо, хороший пас получился. Плохо сыграно, мяч потерян. Забирает мяч голкипер. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Посмотрим за этой атакой. На этом атака окончена, офсайд. Терри. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Может получиться интересная атака. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайд. Пирло. Основное время истекает через 20 минут. Пересек мяч боковую линию. Азар. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Первое и последнее предупреждение получает игрок. Недовольны болельщики гостей, во всем видят затяжку времени. Их можно понять, хозяева действительно не очень торопятся вводить мяч в игру. Удар по воротам. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Вот хорошая возможность выйти вперед, угловой удар. Тут защита справляется с потерей мяча. А сейчас вперед можно выйти. Хова. На месте голкипер, все в порядке. Отлично сыграно, надо решать. Джака. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Выбили у него мяч, кому он достанется? Они завладели мячом, будет ли контратака? Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше?
Ховард. Пока неплохо. Продолжают владеть мячом. Явный фол. Это штрафной. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Бить надо! Вот так вот! Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Может быть, это и победная точка. Даже если соперник придет в себя, времени отыграться почти не осталось. Времени мало, но оно все-таки есть. И думаю, одну атаку они все-таки провести еще успеют. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают. Штрафной на последних минутах игры. Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Ну да, да, не успевал он здесь за оппонентом, поэтому пришлось нарушать правила. Просят поторопиться игроков-хозяев болельщики гостевой команды. Свистит их сектор. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Перехват в центральной зоне. Левандовский. Табличка в руках четвертого судьи. Судья назначает штрафной. До конца игры совсем немного времени. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафной. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошая игра головой, мяч остается у них. Один из последних свистков в матче. Ну что за безалаберность? Может, это что-то личное? Я не знаю, что на него нашло. Может быть, какие-то действительно бытовые проблемы, а? Вот это удар! Относительно... Вот так! Ничья перед самым финальным свистком в лучших традициях жанра. И есть еще время, чтобы совершить еще одно чудо. Безумству храбрых поем мы песню. Они это заслужили. Игроки буквально умирали за этот гол. Отличный кросс. Де Росси. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Вот это удар! Относительно легкий. Вот так! Ничья перед самым финальным свистком в лучших